под соперничка. Подеваешь его, опрокидываешь и добиваешь клюшку. У каждого водителя Юбера должна быть такая штука с собой. 100%. Мама, анархия! Папа, стакан портвейна! Вот она, Лёха. Покажи прием, когда ты делаешь с плохими, недружелюбными пассажирами. Что ты с ними делаешь? Откатываешься назад, под соперничка. Подеваешь его, опрокидываешь и добиваешь клюшкой. Здравствуйте. Доброе утро. Собирается банда на вылазку. На морскую вылазку. Вот это удочка. Такая, это любительская. Это морская удочка. На косарагу. На косатку. На косарагу. Ну, вы видите, у нас сегодня профессиональные рыбаки в сборе. Вот, мы на эту удочку будем ловить морских гадов. Вот такой бандой мы сегодня выезжаем. East London. С East London выезжаем в восточный Сассекс. Графство. Сассекс, да. Из Эссекса в Сассекс. Из Эссекса в Сассекс. Да. В Гастингс едем мочить макрель. Макрель. Но это не точно. Может быть, ее как бы по-русски и нет. По-русски это скумбрия. Скумбрешечку едем. Скумбрешечка, да. Как обычно, ловить будем на... Копченую. Кто-то будет на гирлянду, кто-то будет на копченую ловить. Скумбрию. А Леха будет ловить ее с поплавком. Сегодня новый метод. Новый метод будет использоваться, да. И мы будем ее ловить. Леха на живца. Да, едем проверять. Ни разу не были. Как бы, что поймаем, то поймаем. Разведка боем, так сказать. Оставайтесь с нами. У каждого водителя Юбера должна быть такая штука с собой. 100%, чтобы не тасовать. Анархия, папа, стакан портвейна. Где же форель? Где же форель? Где же? Где же форель? Где же макрель? Ты неправильно поешь. Где же макрель? Макрель. Где же ехали далекой, чтобы вместе порыбачить? Это главная ошибка. Ошибка. Были дамы. Лёха был красивым парнем. Лёха багажник и дамы. Вероника мастер спорта. Ну все, с Верой мы попали. Где же форель? Где же форель? Стоять. Утренний Хастингс нас встречает с парнями вместе. Солнечной мы погодой. Мы приехали рыбачить, взяли водки, взяли пиво. Ты брал водку? Ты пиво? Где же макрель? Где же макрель? Ну где же? Конечная точечка. Вот подъехали к пирсу. Пирс буквально здесь находится метров 200. Вся макарель наша! Макарель, братан, точно будет наша! Приехали чуть пораньше, думали, пристань открыта, она оказывается закрытая, но придется чуть-чуть подождать. Пока будем ждать, пойдем за пирс, попробуем с берега кого-нибудь достать. Пока пирс закрыт, будем пытать счастье рядом с пирсом. Пока сейчас прилив, может быть, как бы близко к берегу рыба стоит, так что... Будем пробовать! Восемь 30 утра, наконец-таки открыли пирс. Мы приехали чуть пораньше, конечно, хоть думали, что она пораньше откроется, но нет, 8:30. Открыт пирс. Не знаю, можем ловить, не можем, но
мы на пирсе идем, идем. Папа, можно на лодочках? Папа. Ныряй, ныряй, Рус. Руслан хочет остаться. Короче, Рус оставляем, Лехина удочка подходит для того бассейна. Все нормально. Ну что, план Б. Там ягоды, там... Бежим обратно к машине. Очень красиво. 10 раз кинули. Рыбы нет, очень мелко. Видно, что чайки даже не летают, как бы нету живности. И лети на Фолкстон поймать хоть какую-то рыбешку. Приехали на Фолкстон пир. Вот он сзади. А он закрыт, короче. Сидим, кушаем бутерброды. Наслаждаемся банк холидей, так сказать. Закрыт, потому что в целях безопасности ветер сильный может сдуть. Все рыбаков, пьяных румынов и все того. Какие-то стойки самые пытаются поймать с берега. Ну и мы тоже решили перекусить, побросать и придумать план С. Потому что план А и план Б не работают сегодня. Южное побережье Англии, Атлантический океан. Полюбуйтесь красотами. По правую сторону у нас белые клипы. Довер. Один из популярных портов, больших портов Англии. Где вас находится? Слева у нас дамба. А это внизу постоянно? Пьер, да? А, это рыбачки, да. Наивные, которые хотят макрелину зацепить. Да. Сегодня ветрено, нас не пустили на пирс, поэтому мы на бутербродах. Попробуем удачи сейчас это. Может, покидаем вот так, с берега. Бережку. Вот так покидаем эти лягушки. Камушки. Да, камушки. Только так у нас сегодня. Кто сидел? Есть. А вот сидел. Вот она, Леха. Первый вопрос.